Сегодня исполняется 45 лет юбилею Ленкома, да? И Николая Лялина тоже юбилей, 75 лет. А кинотеатр «Ленком» открывался фильмом «Направление главного удара», киноэпопея «Освобождение», в которой одну из главных ролей сыграл артист Николай Алялин. И поэтому, когда инициативная группа во главе с Рагуцким обратилась к нам, то есть мы, посовещавшись, приняли такое решение, что да, горельефу быть на крыльце «Ленкома». И идет сбор средств, естественно, эскиз памятника придумал и воплотил в жизнь и нарисовал заслуженный художник России Савин, вологодский наш художник. И сегодня, перед тем, как мы будем праздновать 45-летие, на крыльце произойдет вот открытие закладной плиты горельефа, посвященная Николаю Лялину. Помню, видели его, да. Я работала в училище, где его брат работал. Хорошо знаем, видели, как он хотел основать киностудию «Терем». Наблюдали за строительством «Терема» и ожидали, конечно, открытия киностудии. Очень жалко. И прекрасный был «Терем». И там вот можно было использовать для какой-то студии или для детей что-то. А потом в результате брошен оказался, не было возможности, средств не хватило, и в результате спалили терем. Но видели, очень талантливый актер, очень его любили.